Виктор Торопов сложил полномочия депутата городской думы. Свое решение парламентарий обосновал желанием занять более почетный пост. 8 сентября Виктор Торопов наряду с другими кандидатами будет баллотироваться на пост депутата Ивановской областной думы. Срок отставки был озвучен за 70 дней. Чтобы не нарушать сроки избирательного процесса и провести до выборов в городскую думу по 11-му одномандатному округу. Если бы Виктор Торопов промедлил с принятием решения, из городского бюджета нужно было бы выделить до 3 миллионов рублей на проведение дополнительных выборов в 2014 году. Кто будет претендовать на вакантное место парламентария городского масштаба, пока неизвестно. Напомним, на должности депутата Гордумы Виктор Торопов работает второй созыв.